Органы. Управление. Органы. Ладно. Так, друзья, ну мы сейчас будем играть с вами в The Hitman. Я не знаю, блин, все говорят, что это, типа, такой достаточно криповатый хоррор, а вы давно просили у меня какой-либо хоррор, потому я решила, почему бы нет, давайте... В ад, кого вы хотите играть как? Органы управления. Раз органы управления, значит, вот так. Мы с сожалением сообщаем вам, что ваша дочь Вирджиния пропали без вести. Одна дочь или две, я что-то не поняла. Нет необходимости приехать сюда, как мы, наши полные сотрудники, ее искать. Google Translator, это что, ты? Беги, лес, которым управляют. Ват. А что делать-то? Ну, я поняла, я в итоге оказываюсь в приюте, но я вообще-то в здании нахожусь. Ага, поняла. Здесь у нас открытый купол, видимо, чтобы птички кричали. Я управление не посмотрела, сейчас буду играть на рандоме, буду что-то дергать. Насколько я понимаю, мне нужно тут всякие письмеца поискать. Письмесюсечки. Письмесюльки. Вот это вот меня, кстати, сейчас дико испугало, криповатая херня. Вот эта тень, все такое. Давайте читать, что у нас тут. Hunting shadows, shadow people. Короче, люди превращаются в тень. Я так понимаю. Так, ну хорошо, это прыжок. Уже хоть что-то. Уже хоть что-то поняла. Если долго залипать на эту картинку, ничего не произойдет. Сейчас какой-нибудь скример вылетит. А, оп, смотрите, вот он. Я вижу тень. Или это обезьяна? Ну, обезьяна же тоже может быть тенью. А почему я не могу открыть дверь? Может быть, нужно все-таки было посмотреть управление? Давайте посмотрим, может, есть какие-то секретные органы управления. Так, ну это понятно, вас и Д. Побежать это левый shift, хорошо. Постная слева. Крауч, это ползти, что ли? Постное время. Что такое постное время? Время поста? Господи, православная церковь и сюда добралась? А, это птички, господи, я сейчас чуть только что не обделалась. Думаю, кто разговаривает здесь? Вроде нужно собирать записки, как я уже сказала. Но это... Неточная информация. Осторожно, скользкий пол. Ладно. Господи, я нарушаю закон и даже не подскальзываю. Воу, вот это графончик. А в смысле? То есть приют находится где-то посреди поля и, как я понимаю, вражки. Ну да, да. А, твою мать, это что сейчас было? Тихо. Вот сейчас страшно стало. Ага, я поняла. То есть вот сейчас записочки разлетелись, и нам нужно собирать их. И чё это? Ай, чтобы увидеть инвентарь. Ага, у меня в инвентаре есть рука чья-то. Я, видимо, отрубила уже кому-то здесь руку схватила. Так, чья-то рука и чей-то фонарь. Хорошо, хоть рука без фонаря. Джей, чтобы открыть журнал. Так. I'm lying awake in bed. Заткнись, я не хочу слушать чужие женские голоса. Типа я активировала какие-то тени, что ли? Лады. Открывайте мне дверь. Тень. Он захватил мою душу. Сука. Так, ясно, значит, мы на месте долго стоять не будем. На месте долго не стоим, на месте долго не стоим, на месте не стоим. Открыли дверь, пошли дальше. Бежим, чувак, за нами какая-то, сука, тень. Так, не оборачиваться. Опа-па-па-па-па-па. Три татушечки, та-та, мы везли с собой кота, кошку-забияку, чижика-собаку. Здорово. О, гейм-механикс, так, хорошо, хорошая реклама собственной компании, но это как-то мне пока дело не поможет. Кошку-забияку, чижика-собаку, топор! И как мне его активировать? Никак. Ясно. Здорово. Можно просто, видимо, что-то сломать. Это выглядит довольно сильным. Так топор же! Ага, 7. О. Все, у меня больше нет топора. Отлично. Я заюзал свой топор. А почему бы просто не взять и не вытащить его из той деревяшки и ходить с ним дальше? Чтобы всякие вот пентаграммы. Чё? This isn't real. Хорошо, это говорят несерьезно, это неправда. Не обращай на это никакого внимания. Хорошо. Я вернулась в Dying Light, кажется. Или Daylight. Daylight, по-моему, называлась эта игра. Господи, я думала, что я закончила с тем кошмаром, и больше ничего такого не будет. Еще мне какую-то ачивку музыкальной прелюдии открыли, что ли? Музыкальная прелюдия? Музыкальная прелюдия, это я знаю, значит... Не знаю, что это значит. Ладно, я пошутила. Я хоть и получала один курс музыкального образования, ничего особо мне это не дало. То есть всякие такие... Сука, я слышу, он где-то тут шепчет. Раз он тут шепчет, мы не будем там. Так... Потому что я так понимаю, если происходят какие-то...
What the hell? Куда ходит? Хорошо, что я ушла оттуда, или плохо, я не понимаю. Нет, там стоит какая-то чуртка. Чурка, чуртка, чуртка. И тут чуртка. А здесь где-нибудь есть без чурток? Я бы хотела... Оп, не хотела бы. А вот и хотела бы, шучу. Моя письма. Нужно найти еще одну, да, так я понимаю? Записку. Где еще одна записка? Оп-оп-оп, прощайте. Оп, записка! Что дальше делать? Что делать дальше? Я собрала все зеленые кружочки. И все эти зеленые кружочки ничего никуда не привели меня, что ли, в итоге? Я бегаю бесконечно. По бесконечным коридорам. Нет. На спине мурашки. И на жопе мурашки. Хотя ладно, насчет жопы я сомневаюсь. Я вернулась в ту же комнату, походу. Что я тут делаю вообще? О, записка. Привет. А, и может быть, кстати, может быть, все-таки. Да, красный, наверное, что ли, дойти нужно. Да ладно, вы шутите? Это сколько всего мне тут собирать надо? О, блин. Вот сейчас вот плохо все стало. Мне прям что-то как-то не по себе. А что справа? Справа тоже что-то есть. Подождите, ну там же был шепот. Шепотусечка была. Надо, наверное... Не-не-не, даже не смотреть. Не смотреть, не смотреть. Ни на что мигающее никогда не смотрите в играх. Все, что мигает, это плохо. Все, что мигает, это очень плохо. Ой-ой-ой-ой-ой. Где Хэтмен? Я слышала там... Еще, наверное, здесь, помимо вот этих маленьких тенюшечек, есть какой-то большой страшный... Да, вон он, большой страшный Хэтмен. Давайте уходить отсюда. О, кровать перевернута. Наверное, это безопасное место. Нет, я пошутила. Я только что это придумала. На самом деле, никаких безопасных мест в этой игре нет. И быть не может. Это же хоррор. В хорроре нет безопасных мест. Все, что ты видишь в этой игре, все опасно и все может убить тебя. Примерно. Почему я спустилась в подвал? Вообще, знаете, в таких вот ужастиках разных спускаться в подвал это самое галимое, что вы можете придумать. Но почему бы нет? Аля, не скреби мне в дверь! Мне и так страшно. What the fuck? You can blow my whistle, baby, one more time. Оп, привет. Ват, нет, я ухожу. Нет, сэр, извините, я перепутала коридоры. Я почти уверена, что мне нужно было идти именно в эту сторону и никуда больше. Па-па-па-па-па-па-па. You can blow my whistle, baby, whistle, baby. Здорово. Оп, есть. Шептунки. Хорошо, что есть шептунки. Еп! Твою ногу налево, я думала, это можно как-то обойти. Но нет, он захватил мою душу. Все, мне надоело играть в эту игру. Все было очень долго. И если перезапуск, то это с самого начала. Я поняла, да, наверное, Хэтмен очень интересная концовка какая-нибудь. Наверняка я где-нибудь куда-нибудь убегу, или все пройдет как в Слендере. То есть ничего, меня в итоге в конце все равно убьют. Но если вам было интересно, я постараюсь, ради вас, постараюсь пройти эту игру от самого начала до самого конца. Но я думаю, что... Реально, поверьте мне, ничего эпичного там не будет. И мне сложно понять, сколько нужно этих листочков собирать. До красной дойти нужно. До красных точек, наверное, и их тоже до конца собрать. В общем, если вам хочется увидеть именно концовку, вы напишите, если вам хватит этого монтажа. Спасибо вам большое, что избавили меня от мучений и страданий. С вами была Ева, всем пока.